Великой Отечественной войне. Подготовленная совместными усилиями Министерства культуры Красноярского края, Центра международных и региональных культурных связей, Красноярского краевого краеведческого музея, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Красноярского союза художников России, эта уникальная в своем роде выставка призвана стать одним из крупнейших и значимых событий в череде культурно-патриотических мероприятий, посвященных Великой Победе, и несет в себе и патриотический, и образовательный, и максимально мощный эмоциональный заряд. К июню 1941 года членами Красноярского отделения Союза советских художников были 22 человека. В первые дни войны 12 из них добровольцами ушли на фронт. К сожалению, к сегодняшнему дню почти не осталось работающих художников-фронтовиков на Красноярской земле, но, к счастью, сохранилось их уникальное творческое наследие. На выставке «Поклонимся великим тем годам» представлены произведения, выполненные в годы войны, портретная галерея героев войны, а также произведения современных красноярских художников, посвященные военным темам. Живопись, скульптура, графика, работы мастеров декоративно-прикладного искусства, предметный ряд, аудио- и видеозоны, документальные материалы. Всего около 150 экспонатов и работ. Это масштабная, яркая и очень проникновенная выставка, безусловно, никого не оставит равнодушным. Для торжественного открытия выставки на сцену приглашаются заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Всеволод Николаевич Севастьянов, заместитель министра культуры Красноярского края по туризму Ольга Александровна Василенко, руководитель Главного управления культуры администрации города Красноярска Наталья Валерьевна Молощук, вице-президент Российской академии художеств, действительный член Российской академии художеств, председатель отделения Урал, Сибирь и Дальний Восток Российской академии художеств, народный художник России, профессор, руководитель творческой мастерской живописи Российской академии художеств в городе Красноярске Анатолий Павлович Левитин и председатель Красноярской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», заслуженный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края Сергей Евгеньевич Ануфриев, а также писатель, доктор искусствоведения, профессор, член Союза художников России Марина Валентиновна Москалюк. Всеволод Николаевич, пожалуйста. Дорогие товарищи, гости, хозяева, организаторы, творцы этой выставки. Здесь сегодня по пальцам пересчитать тех, кто хлебнул своей жизнью годы того лихолетия, горькой, трагической и героической истории нашего Отечества 41-45 года. Здесь, наверное, и детей войны-то не так уж много. Тех, кто в детском возрасте видел уходящих отцов или не видел. И тех, кто их не встретил с войны, потому что они положили свою жизнь на защите нашей Родины. Вот это люди, о которых я сейчас говорю, у кого так или иначе в памяти сохранились лики близких людей, кто видел их на фотографиях, кто слышал, как в каждом доме оплакивали годовщину и день получения похоронки, кто плакал на площадях городов, на улицах сел 2 и 9 мая 1945 года. Но здесь много и молодых. Случайных людей здесь, конечно, нет. Туда пришли не просто поклонники этого вида искусства, а пришли те, кому это искусство несет из нашей истории вдохновение, уверенность, надежду. Кто, посещая такие выставки, обретает новые силы преодоления трудностей в нашей нынешней, непростой, сложной, иногда тоже горькой жизни. Кто, общаясь с этим миром искусства, с величайшими его достижениями, обретает уверенность в том, что будущее нашей страны есть люди, которых вы увидите сегодня на выставке, которых вы увидели
не случайно и не даром легли в нашу, а то порой и в чужую землю. Вот время идет, и мы все больше и больше видим, каким представляется нам наша Родина. Это не просто страна, это земля наших отцов. Во все времена она была носителем добра, света, она была стабилизатором положения в мире, она все время спасала народы, те, другие, третьи. Не всегда нашей Родине и русским людям платили за это добро, и так бывало. Но это миссия нашей страны, великая миссия, которая позволит сегодня устоять на этой земле нам и человечеству, потому что мир оберегается сегодня руками бойцов, солдат, инженеров, ученых нашей страны. Этот подвиг сегодня – основа того, подвиг времени войны, что мы и завтра будем готовы встретить беду, а самое главное – сегодня уже предотвратить ее. Я поздравляю вас сегодня с тем, что мы имеем возможность увидеть наше прошлое в героических полотнах, с тем, что нам придется кому-то об этом рассказывать, и мы должны это делать, с тем, что сюда придут дети из школ. Я очень надеюсь, что все-таки учителя истории сумеют организовать вместе с директорами школ экскурсии в эти залы. Здесь наше прошлое, здесь наше настоящее, и, конечно, здесь наше будущее, в которое нужно верить. Дорогие товарищи, сегодня на открытии этой выставки мы должны, конечно, принести слова благодарности тем, кто создавал эти полотна, тем, кто организовывал прекрасную выставку, тем, кто сегодня своим трудом помогает нам устоять в этой жизни на ногах. С праздником наступающим и с праздником сегодняшнего дня. Добрый день. От лица Министерства культуры Красноярского края рада приветствовать всех присутствующих на столь значимом для нас с вами событии. Позвольте выразить благодарность правительству Красноярского края, Законодательному собранию Красноярского края, организаторам мероприятия, художникам, без которых, без поддержки которых участие данное мероприятие не состоялось бы. Сегодня в столь политически сложное время все глубже осознается величие подвига российского народа в тылу и на фронте. Сегодняшняя выставка поможет нам с вами, и особенно молодому поколению, почувствовать ужас военных событий и осознать боль утрат. Надеемся, что большинство красноярцев и гостей нашего города и региона смогут посетить выставку, приведут на нее своих детей, друзей, коллег и почтят память тех, кто подарил нам мир на земле. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые красноярцы. Остается несколько дней до того дня, когда вся Россия прокричит «Ура победителя!». 9 мая, 70 лет Великой Победе. И, наверное, невозможно привыкнуть к тому, что это было с нами все 5 лет. Когда читаешь книги, когда смотришь фильмы, когда пытаешься понять, как это смогли сделать предыдущие поколения. Наверное, каждый из нас мечтает об одном. Чтобы никогда не было войны. Чтобы наши дети были счастливы. Чтобы мы действительно думали о будущем. Строили, созидали, мечтали и все это выполняли. Выставка, которая сегодня предоставляет нам, распахивает свои залы, предоставляет как раз вернуться к этой теме. Пропустить через душу. Это особая выставка, потому что люди, которые писали эти полотна, точно так же, прежде чем взять в руки кисть, краски, уголь, другие материалы, конечно, думали об одном – как донести эту боль до каждого из нас. Уже прозвучало, что мы искренне надеемся, чтобы приходили люди разного возраста, чтобы и маленькие внучата, и наши дети – и мы сами в очередной раз понимали, что этого нельзя допускать. Я хочу сказать, что в городе Красноярске уже Великая Победа, вернее, весна Великой Победы стартовала как раз тоже с художественной выставки, с портретной галереей, передвижной портретной галереей.
героев Советского Союза, ушедших из Красноярска на фронт. И спасибо Константину Воинову, заслуженному художнику Российской Федерации, это была его идея, поддержал глава города, поддержал наш почетный гражданин Хазрет Меджидович Савмен, и это уже есть в наших учреждениях. Мы приглашаем всех вас. Может быть, кто-то уже сходил в 9-й лицей. Может быть, кто-то вчера уже был на открытии в Союзе художников. Потому что, я повторяю, выставка будет передвижная в течение всего года. В наших школах, в наших дворцах культуры, в наших высших учебных заведениях. То, что буквально завтра, 17 числа, музей Рязанова Бориса Яковлевича, кто прошел молодым через вот эти испытания войны, при этом не забывая фиксировать акварельные наброски. И каждый из нас это может увидеть и напрямую пообщаться с супругой Бориса Яковлевича, Ниной Васильевной Рязановой, которая присутствует сегодня с нами. Это тоже наша летопись, это тоже наше уважение к истории. Красноярцы действительно внесли огромный вклад вот в эту самую великую победу. Вы знаете, что до сих пор слагаются легенды о мужестве сибиряков. А красноярцы – это тоже сибиряки. Три дивизии ушли на фронт. И парк Гвардейский, где формировалась 78-я дивизия добровольческая, носят улицы, имена этих дивизий, имена героев Советского Союза. Я к чему-то так говорю подробно, что, уважаемые коллеги, красноярцы умеют чтить память. И эта выставка – это очередной крик, что ли, призыв никогда этого не допустить. А это тоже зависит от нас. Конечно, я уполномочена сегодня поблагодарить уважаемых организаторов, уважаемых художников, всех тех, кто, я повторяю, через душу пропустил и представил нам эту замечательную выставку, за то, что понимают эту миссию, понимают эту ответственность. Поэтому позвольте всем пожелать только здоровья, только добра, только благополучия. И повторю в очередной раз. Мира, мира, мира. С наступающим праздником. Большой профессор Анатолий Павлович Кривитин. Пожалуйста. Дорогие друзья, мне посчастливилось знать очень многих авторов, которые представлены на этой выставке. Это были мои близкие друзья. Тоже вам сказать, что спасибо большое музеям нашим, краеведческому музею имени Василия Ивановича Сурикова, которые собрали работы, которых очень много лет никто никогда не видел. Поэтому на этой выставке вы, может быть, впервые увидите работы художников, участников Отечественной войны, очень многих замечательных красноярских, и не только красноярских. На этой выставке будут работы московских художников, братьев Ткачевых, мои большие друзья. Мне хочется вам сказать, что я счастлив, что на этой выставке работы всех художников, которые хорошо знал, это моего возраста. Это очень важно, потому что эти люди видели войну и чувствовали войну, почувствовали на своих плечах тяжесть этой потрясающей войны. Я о себе вам говорить не буду, я был зенитчиком был, поэтому я не входил в состав тех, кто участвовал во взятии Берлина. Но то, что я не буду вам рассказывать эпизоды, с которыми мне приходилось встречаться во время войны. Самое главное, мне хочется, чтобы вы большим вниманием посмотрели работы от этих замечательных художников. Я очень рад, что показывают работы Евгения Степановича Коботева, который был в плену, который создал потрясающую серию работ, сделанных с натуры. Ну, я уже не говорю о работах Рязанова, которого вы тоже увидите, замечательного нашего художника-пейзажиста, который во время войны делал очень выразительные военные зарисовки. Я вас призываю всех посетить очень интересную выставку, о которой уже вам говорилось сегодня. Эта выставка находится на улице Мира, дом 46. Это Союз художников Красноярска, где выставлена галерея портретов героев Советского Союза, которые защищали свои буквально в
грудью своей нашу Родину, и которые воевали, обязательно постарайтесь на эту выставку прийти и привести своих внуков и детей, чтобы они видели лица людей, которые по-настоящему защищали нашу Родину. Спасибо вам, что вы все здесь пришли. Я вам желаю всем здоровья и радостной жизни, поскольку это только возможно, потому что мы знаем, какие сейчас сводки бывают, смотрим мы на телевизор, очень тяжелые. Единственное, я вам должен сказать, что эта выставка должна еще больше укрепить всех нас, любовь к нашей замечательной, неповторимой русской Родине. Спасибо вам большое. Это не просто юбилейная выставка. Это выставка, наш низкий поклон всем тем, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, кто ковал ее могущество здесь, в тылу, кто умер в госпиталях от ран. Я хочу сказать, что пока мы все будем чтить и уважать нашу историю, никто и никогда не сможет нас победить. О выставке уже очень много сказано, и, наверное, хочется ее уже открыть и смотреть. Я же хочу сказать, что для меня было очень важно в этой выставке показать то, что может показать только искусство. Искусство, сделанное во время войны, искусство, сделанное чуть позже, в 60-е, 70-е годы, художниками-фронтовиками, искусство, сделанное современными мастерами. Это не могут сказать никакие документы, это не могут сказать слова. Это могут сказать только то, что идет от сердца к сердцу, от души к душе. Потому что каждый холст, каждый карандашный штрих, прежде чем выполнен художником, он им пережит. И я желаю всем, ну вот, так же пережить то, что осталось, то, что является нашим общим достоянием, и то, что сегодня действительно показывает, какие мы удивительные люди, как крепка наша. Мы все время вот немножко говорили сегодня о суровости войны. Но какое счастье было победы, и эта выставка тоже это показывает. Я желаю всем как бы почувствовать эту выставку в той мере, в которой каждый художник попытался сделать это своим трудом. В нашем зале находятся ветераны Великой Отечественной войны, наши почетные гости, красноярский художник, ветеран войны Иван Иванович Тайгин, вдова заслуженного художника России, академика Ряузова Бориса Яковлевича, живописец Нина Васильевна Ряузова, дочь известного красноярского художника Евгения Степановича Коботева, член Союза художников России Вера Евгеньевна Коботева. Давайте аплодисментами поприветствуем наших почетных гостей. Выставка «Поклонимся великим тем годам», посвященная 70-летию Великой Победы, открыта и начинает свою работу, принимая своих первых зрителей. Уважаемым ветеранам мы искренне желаем здоровья и долголетия, но всем без исключения мы адресуем поздравления с наступающим юбилейным Днем Победы. Всего вам самого доброго, мы желаем вам получить истинное удовольствие от встреч с историей и минутами прекрасного.
Света. Это чистый сын. Евгений Степанович, да.